Куда мы едем? Мне сообщили то, что в этой пиццерии, которую сейчас мы подъезжаем, произошло убийство шерифа. Пройдемте к месту преступления. А что произошло? Я не знаю. Я заступил на смену, и я увидел в подвале труп. Какие-то звуки были? Нет, я говорю, я только пришел тогда. А свидетели, камеры включены были? Камеры не работают, к сожалению. Вот тут уже как-то очень страшно. Это вы здесь работаете? Ну да, приходится. Здесь темно, здесь света давно нету. Не можем починить. Вам не страшно работать здесь? Да нет. А были какие-то случаи, что там происходило до этого? Какие-то убийства или люди пропадали? Сюда мало людей, в принципе, ходит. Далеко еще идти? Да нет, недалеко. Еще, как еще лабиринт какой-то. Поворота. Так, делаем фотку. Отлично, теперь надо сфотографировать сдалека. Звуки какие-то. Какие звуки? А так и должно быть, там аниматроник бегает. Они не должны работать. Да бред, так, я еще фоткаю. Приготовь оружие на всякий случай. Окей. Так, и последнюю фотографию сделаю. У него нет никаких следов насилия. А вот на шее есть какие-то следы. Так, фотографирую. Отлично. Все, фотографии сделаны. Ну что это такое? Кто там? Там кто-то так, бегает. Так, я уже боюсь. А у вас охранник есть оружие какое-то табельное? У меня есть дубинка только и фонарик. Я прихватил пистолет, если это что. Хорошо, мое оружие осталось в машине. Идем в машину, я возьму оружие. Пойдем. Может, убийца еще здесь ходит? Может быть. Интересно. Ну, навряд ли, что аниматроники могли убить его. Но они не должны работать. Но я видел, бегал Лефти. Подожди, мне сзади показалось, кто-то бегает. Не, вот он стоит. Сколько насчитывает аниматроник в этой пиццерии? Ну, получается, один здесь и трое у сцены. Я его сфотографирую на всякий случай. Так, отлично. Еще сделаем фотографию. На руке есть потертости. Это очень странно. Он старый. Так, идем в машину за оружием. Я слышу какие-то звуки. Так, за мной. Со скольки вы здесь вообще работаете? Ну, получается, я прихожу в 6 и ухожу где-то тоже в 6. Так, ну, и должна понятно. Здесь стоять Scrub Baby? Ну, вот это вот я вот не помню, чтобы она тут была. Он опять здесь, смотрите! Где? Куда он побежал? Надо взять электрошок или пригвождатель, поймать его. Что-то очень страшное происходит здесь. У меня вроде где-то был электрошокер. Не оставляло начальство. Так давай оружие возьмем. Отлично. Теперь я готов. Идем искать убийцу. По кругу пройдем и посмотрим. Может, где-то кто-то здесь еще есть. Может, какие-то еще улики найдем. За ресторан зайти. А как туда пройти? Ну, показывай. Закроем дверь, чтобы мы видели, выйдет кто-то или нет. Ну вот. Черный вход. Дверь сама открывается? Так должно быть? Это кто? Я не знаю. Готовьте оружие. Если что, будем атаковать. Так, эта дверь открывается? Он с нами разговаривает. Так, ты кто? Куда ты уходишь? Так, и ушел. У вас были такие поломанные аниматроники, потертые все? Нет, у нас их было всего 4. Это намного больше их. А может, завезли новую партию, вы не заметили? Мне никто об этом не говорил. Что за чертовщина здесь творится? Это безобидный попугай или он может нас атаковать? Он безобидный. Так, давайте проверяем все двери. Может, что-то еще мы пропустили. Так, там мы были. Давай сюда сходим. Кто здесь? А что тут просто пустая комната? Склад какой-то? Да, здесь склад раньше был. Я слышу шаги. Вот стоит аниматроник. Только если вы видите какие-то резкие движения, открывайте огонь на поражение. Но, блин, она страшная очень. Она даст нам пройти? А уходит. Но они вроде бы безобидные. Вот здесь очень опасно. Я прям чувствую, что здесь что-то сейчас произойдет нехорошее. Вы готовы? Все оружие взяли? Да. Да. Вон аниматроник, смотрите.
Но пока месть, они нас не трогают, поэтому открывать огонь мы не будем. Я слышу, как он смеется. Да, он где-то там, вот с этой стороны, с левой. Это чья-то шутка или что? Вон стоит аниматроник. Готовьтесь. Если что, будем стрелять. Отошел. Стреляй! Мочите его! Где он? Вот он. Стоять! Никого нету. И аниматроник Лефти стоял на входе, его тоже нету. А сколько время сейчас? У меня нет часов с собой. Время 8 утра. Так, хорошо, идемте тогда назад в пиццерию. Я здесь никого не наблюдаю. А какие еще тут есть места? Может, есть какие-то секретные места, куда не могли убежать? Мне кажется, да. или мы заблудились. Как отсюда выйти? Полезно. А если электрошокером бить по аниматроникам, они могут отключиться? Ну да, они же старые. Так, у кого электрошокер есть? У меня есть. Дверь закрыта. Она же открывалась. Обходим. Идемте. Он не пускает нас. Дай пройти. А ну-ка, если с этой стороны? А если с этой? Так, готовьте электрошокер. Стреляй по нему. Все, отключился. Все, выключился. Отлично. Ну, звук еще издает. Страшно здесь находиться. Ого, сколько аниматроников еще здесь. Так, надо взять другое оружие какое-то в машине. Я беру пригвождатель. Это специальное оружие, которое нам дали для того, чтобы можно было пригвождать людей. Ну, наверное, сработает на аниматроника. Вот он, я бегу за ним. Стоять! Есть, я пригвоздил, стреляйте по нему. Стреляйте! У кого-то есть мощнее оружие? Нет, у меня только пистолет. Ай-яй-яй! Я взял огнемет. Я редко его использую, но я думаю, сейчас оно пригодится нам. Давайте проверим, я могу разливать масло? Так, оно поджигать. Отлично, я теперь могу блокировать входы. Так, с этой пиццерии никто не должен выйти. А, вот она идет! Скрабэйби! Я ее жгу. Где она? Вот она! Ай-яй-яй! Что убежала. Здесь происходит? Это аниматроники убили того охранника. Вот она! Так, план такой, пацаны. Я его пригвождаю, а вы с всей силы начинаете стрелять. Вот, я вижу аниматроника. Открывай двери. Так, чтоб я вас не пригвоздил. Убегает. Так, пацаны, давайте все вместе держаться. Вот я вижу его, за дверью стоит. Так, отходи, отходи. Надо как-то открыть дверь, чтобы я успел выстрелить и пригвоздить. Он дверь открыл. Дверь так, так, выбиваю дверь. Давай. Ломай. Есть, молодец. Есть. Не зря мы тренировки проходили. Может, они побежали туда, в подвал? Готовьтесь. Сейчас будет очень сложно. Вижу аниматроника, вижу цель. Подожди, кажется, он... Ну, это добрый. Да. Он никого не убивает, так вентиляция работает. О, ну, мне хорошо. Он нравится. Мне он тоже нравится, прикольный. Так, интересно, да. Куда он нас ведет? Надеюсь, не к аниматроникам враждебным? Не знаю, я готов. Я держу небольшую дистанцию. Так, я отойду на всякий случай, что-то мне страшно становится. Подождите, а что это сзади? Не понял. Или мне показалось? Никого нет. Так, а он где? Да что здесь происходит? Так, а вы где? Я один остался. Где? Мы потерялись. Я слышу, как кто-то разговаривает. Вот аниматроник! Я его пригвоздил! Мы идем на помощь. Давай, давай. Слышу выстрелы. Так, стреляйте по нему, мочите. Мы должны его ликвидировать. Ух ты, вот это начинается мочилово. Перезарядка. Я достаю очень тяжелый пулемет. Давайте, мы должны его убить. А должны по-любому. А! Ай, блин, он вырвался! Беги, беги! Ты его уничтожил? Да.
Отлично. Один есть. Я делаю из него решето. Мишка, ты где пропадал? Так, ну это добро, он нас не убивает. Больше никаких аниматроников я не наблюдаю. Может, они запрятались? Может быть. Никого нету. Кто-то уничтожает улики и убрал кровь. Этот аниматроник что-то хочет сказать нам. Так, подождите, он кажется... Так это... Он говорит СОС. Помогите? А от чего помогать? Походу, это аниматроников, он боится. Так, что дальше он будет делать? Стой, он побежал. Куда? Будем за ним идти или нет? Не знаю. Ладно, давайте подождем здесь. Если он говорит СОС, значит лучше уйти. Ну ладно, пошли. Я считаю, что это очень хорошая идея уйти отсюда. Слышишь? Вот он! А! Он живой! Бегите! Пацаны, бегите! Он за мной! Мигалки на всю. Где охранник? Где охранник? Бегу! Ну нафиг, уезжаем отсюда.